вот представьте себе, что этот Мебель Докаев президент страны, пусть даже исполняющий обязанности. И вдруг Назарбаев неожиданно умирает. Он сейчас в таком возрасте, когда это может произойти неожиданно. Тогда что будет? Тогда Карим Масимов с Токаевым договорятся, арестуют Дорогу, и все. Останется президентом Токаев, Карим будет назначен премьером, и они в таком тандеме, подобрав председателя парламента своего человека, будут рулить страной. Поэтому вы понимаете, что и Назарбаев, и Дорога Назарбаева, они эти моменты понимают, боятся, и поэтому они не должны давать долго находиться у власти Касымжомарту Токаеву, Мебель, как я его называю. Они, по идее, должны объявить выборы как можно раньше, немножко разгрести эту ситуацию с назначением Токаева, немножко успокоить общественное мнение, и, по идее, они не должны дожидаться и объявлять осенью, что выборы будут в декабре. Они, по идее, должны объявить, что выборы вот состоятся не позже июня. То есть они в апреле должны объявить о предстоящих выборах президента. Я принял решение о проведении внеочередных выборов президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года. То есть тогда 1 мая мы выйдем на митинги, зная, что в нашей стране состоятся досрочные выборы. Они пройдут в июне. И на них главным лицом на этих выборах будет Дорога Назарбаева. Дорога Назарбаева, которая Назарбаев будет стремиться назначить на должность президента. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.